На конкурс дети читают стихи. Высоцкая Аня, 3 года, воспитанница детского сада, номер 111, гнездышко, города Брянска. Татьяна Бокова, Родина. Родина, слово большое, большое, пусть не бывает на свете чудес. Если сказать это слово большое, глубже морея, но выше небес. В нем помещается дом на полмира. Мама и папа, соседи, друзья, холод один и родная квартира, бабушка, школа, котенок и